Сегодня пришел в магазин, перестрелом ходил в магазин за продуктами, Пятерочку. Хожу там, смотрю, выбираю. У меня Кира список мне вручила. А, я же говорил, Антону не надо брать, видите, там разница есть. Кира вручила список, я со списком хожу. А там какой-то паренек молодой что-то звонил маме, что-то не мог выбрать там. То ли йогурт, то ли чего, не мог выбрать. И тут я прохожу мимо и слышу, вроде как говорит, рассказывает про гнума, который в магазине ходит. Но я думал, показалось. Нет, через 2 минуты подошел сфоткаться. Ой, пора что-нибудь поднять. Вулкан или шторм? Можно тебе дать еще ключ от квартиры? В смысле, вулкан или портал? Ой, пора! Пора. Тут, наверное, нам бы еще не помешал спел дэмэдж, да? Чтобы совсем было нормалды. Чтобы совсем было хорошо, нам бы еще спел дэмэдж не помешал. Нет, не спел дэмэдж. Ого, какая карта, ничего себе. Так, 3-3, 4-4 таунт. Либо мы сейчас хилимся, либо ставим 3-3, 4-4 таунт. Но мы точно идем сюда, да? Так, это, не, ну 3-3, 4-4, это как раз вот принимает все вот это, все, что есть. А дальше нам будет хилиться. Ну, вроде ничего тогда. Что можно там получить, чтобы расстроиться? Можем получить туда этого. Либо адаптацию, либо всех существ по 3. Но если всех существ по 3 или адаптация, на в любом случае ГГ, да? Поэтому вот, ладно, таунты давай, 2 штучки. Жадность Павла погубила, так он почти выиграл, ты чё, вот-вот выиграет. Смотри, даже если у него ничего нет в трех картах, вообще ни адаптации, ни прокачки, то он забирает одно существо, забирает второе существо, и у нас снова проблема с мячом, он нихуя не проигрывает. Да, либо равенство даст. Ну, плохо сыграно, знаешь, летал есть. Ну вот, равенство. Ну это пиздец, короче, просто пиздец. Это какой-то фейстоун. Ты говоришь, что жадность погубила. Просто гибальца все бьет, и все. Королич так в хозяйстве полезную карту. Конечно, погорячился. Не надо. Нам давай там 5 дэмэдж или там 7 по 3. Или... О, прокачка идеально. Давай прокачку, чувак. Что ты делаешь-то? Я себе сказал, я себе. Это что такое вообще было? Да нихуя себе. И останется 4 маны, на них сегодня мы похилимся. Сегодня в нашей программе «В мире диких животных» охотник Гриша. Точка его можно встретить в ранге 1 на 4 ранге. Он играет на охотнике обыкновенно. США Джимлу. Смотрите, как он смешно бэдмейнерит. Гриша является выигранный рандом. Парнс на 4 точка. Так, ребята. Гриша охотится только на романов. Предварительно подснайпив. Спасибо, Димас. Какая неожиданная десятка, ребята. Как неожиданно. Это невероятно! Давай, Зерочка, спасай меня. Сейчас смотри, сопрем Ктуна так или так. Хорошая карта, а что мы с ней будем делать? А я не знаю. Мы можем дать 7 по 3, но принесет ли нам счастье это 7 по 3? Давай, десятку. Больше там брать, собственно, нечего. Так, давай, Зера, нормально, что за сестра смеющаяся? Что за бракованные карты? Во, другое дело, сразу бы так. Он качает тунчика, да? Уже пятнашка. Опа, да. Ну смотри, десятку он вторую дать не может, да? Кто нам дает, я сразу им кашу себе забираю, он сосет. Просто нужно сохранять статус-кво. Нужно держать ситуацию в какой-то нейтральной позиции. Как только он сыграет Ктуна, он у меня не залетает этим Ктуном, что я держу ХП и держу стол, чтобы Ктун туда пострелил. Ну, короче, просто сейчас я выиграю. Если он сейчас что-то адское не сделает, то он через пару ходов уже проиграет окончательно. Ты смотри, дэка. Бля, Ктун-то у него уже приличный, да? Смотри, проблема в том, что если мы бахнем 7 по 5, и Зера выживет. Во-первых, у меня пустой стол не очень-то нужен. У нас есть 7 по 3. И останется одно существо. Мы даем 7 по 3, мы ставим существо. Просто Изеру, нет, стол нужно зачищать. Во-первых, зачищать, а во-вторых, мне нужно самому держать существ на столе, чтобы когда он сыграет Ктуна, а он его сыграет, я не получил бы все в хлебалушку. Мне часть дамага нужно принять существ, иначе я слишком много дамага получу, меня сможет забить. Я, возможно, даже сейчас сыграю войско мертвых. Просто чтобы стол забить всяким говном. Ну смотри, допустим, даем 7 по 5, это опасно, потому что после 7 по 5 нам придется давать войско мертвых, прям кровь из носу. Ну, мы, наверное, сейчас так и сделаем. Мы дадим 7 по 5 и дадим войско мертвых. Мы сможем похилиться. Ну и надеемся, что войско что-то позовет, иначе у нас слишком мало хп останется. Ну что, смотри, бахаем 7 по 5 и даем войско. Давай войско. Оба, хил сожгли. Ну что, нормально. Главное, чтобы стоял мясо на столе, чтобы Ктун туда распылился и не слишком сильно в лицо пострелял. Что, десятки не осталось? Не, смотри, остался. Вот пидорас, у него десятка осталась еще там. 5 карт.
Куда ушел Нибериус? Никуда он не ушел. Нибериус всегда в нашей душе. Смотри, Ктун там на 20. Стол идет 9. Получается, в лицо проходит 11. У меня останется 19. И я МКшу Ктуна. Все, мы выиграли. Где деньги лежат? Да ты заебала. Году на угрозе вымирания оказался самец Роман. В наш век Роману очень тяжело жить. Да ёб твою мать. Да ёб твою мать, что происходит? Не дайте последнему умереть. Не дайся. Ты совсем охуел, что ли, а? Так, что-то мне это не очень нравится. Вообще, если честно, не нравится. Но мы все равно, скорее всего, выиграем. Ну, тут это, конечно... При том, что 4 карты в деке остались, десятка там. Привет. Кувин? Ну что, у нас только МК, да, у него остается 7, 3, ну и 5 хп у нас остается, 5 хп он вряд ли как-то пробьет. Десяткой пробьет, да? Пробьет десяткой? Ничего себе. Смотри, пробил. Прошлый ход один насчитал летал, второй сказал, что я сыграл не в том порядке, хотя разницы не было, в каком порядке играть. Теперь десятки пробили. За один ход, боже, нашли 3 фальшивые ошибки, чуваки. Вам нужен какой-то, знаешь, контроль качества поставить. Контроль качества найденных ошибок. Потому что вы первую мысль, которая в голову пришла, вы сразу озвучиваете, не проверив ее. Ну давай, давай, 3-6. Главное, чтобы меня ссал не было. О, Серега, 2 года. Здравствуй, Серега. Спасибо. А ты еще не модератор, не? Я думал, ты модер. Ладно, сейчас дам. Так, ну что, ребята. Сейчас есть вероятность, что у него есть сайленс. Есть вероятность, что у него есть сайленс. Но у меня такая дека, что мне очень трудно играть этот момент, поэтому я надеюсь, что сайленс там просто нет. Надеемся, что сала там нет. Хули делать, у меня ж нет хавалки за одну ману. Сука. Ладно, мы спиздим его штуку. Когда он поставит, сразу не сожрет, мы его спиздим. Только наркоман играет сала в этом локе. Ну видишь, играет, играет. Самое главное, что когда он поставит, если он сейчас не сожрет, мы ее забираем. Прямо на 9 ход. Йо-хо-хо! А где второй? Тебя сайленс! Сосать! Он, наверное, поторопился, потому что хотел до 10 хода, чтобы я МК не дал. А у меня за 9 МК! Пришлось комбу разбазарить. У меня есть комба вот такая. Но пришлось разбазарить. Подлюка, а. Нихуя себе, сказал я себе. Даже не знаю, что с тобой делать, дружочек. Ты какой-то прям крутой. Нихуя себе. Одной маны такая не хватает. Ну что, катаемся, я думаю, да? Вообще, я бы не хотел коцать, потому что он уже как бы мой. У меня ж вот цыганочка есть. Но существо 2-2 само никуда не денется. Придется покоцать. Ну мы на край спиздим, потом мы похилим. Давай вот так ебанем. Я уже чувствую, что это мой таунт, а не его таунт. Куда он побежал? Куда побежал? Для чего тебе гантели? Я ей благословляю подписчиков. Когда ты подписываешься, я говорю... Во имя... Летала, Мисплея и Святого Бенброда. Алюминь. Бум! Забросил партию в разжизни. Где гиря? Ничего не забросил. Моя гантеля всегда со мной. Хоп. Хоп. Падла. Собака скучака. Без хозяина не может. Хозяйка ушла. Пуджик, если бы я знал, что ты так грустишь, когда мы с Кирой уходим из дома, мы бы никогда не ушли. Мы бы сидели дома целыми днями. Ну не грусти, не грусти. Она скоро придет. Алекс, воздух общий. Ау. Но воздух общий. Воздух общий, Алекс. Но воздух общий. Алекс, это просто воздух. Просто воздух. Ты что? Ты что, ты думаешь, что воздух не общий? Я хочу просто потрогать воздух. Почему я не могу потрогать воздух? Ау. Ладно, я прекратила, при этом мне больно.